Как уже сообщалось ранее, в ходе совместной операции Федеральной службы безопасности, полиции, а также при содействии анапского казачества, на одной из строек в городе-курорте задержали 16 иностранцев. Как уже доказано в суде, все они находились на территории России незаконно. Кроме того, более чем в половине случаев есть признаки нарушения трудового законодательства. Проводится административное расследование. Нелегалы находятся в специальном центре, откуда будут выдворены за пределы Российской Федерации.